Тасмай Си Гураве Намаха. Авирибхутау Сакаруно Сивамананарайано Рупануга Прабхаду Сиде Сарваприо Бхаджи Ванча Калпатару Васча Випасинду Бхаевача Патитана Паванепху Вайшнавебхьо Намо Намаха Намо Махабхагаваттая Кришна према прадаяте Кришная Кришна Чайтанья Намне Гаура Тисе Намаха Канака Джалада Гатра Нила Сонабджа Нетра Мрига Мадабада Бхало Малати Кундамало Тарала Таруна Веса Нила Питамбареса Марани Питани Панде Радхика Кришна Чандра Адевика Ку Бхаргад Гадаяддо Вача Яче Нипатта Бхуви Дандавата Удубхатарти Асса Прасадам Абудасса Данасса Питва Гандхарбике Нижагане Гананан Видхехи Анга Самалима Чата Вирабита Манди Критенди Ибадам Джаддам Джагударо Чисан Видадхатам Паттам Марасасия Бриндаранна Нивасинам Хридила Саддама Вирамодарам Радха Сканда Нивесито Джалабхужам Дхайме Дамодарам Бхакта Вихина Апарадха Лакшай Читваща Камадитаранга Мадхе Випавайтван Саранам Прапанна Бринде Намасте Чаранаравиндам Бринде Намасте Чаранаравиндам Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасати Гаура Бхакта Бринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама Харе Харе. First of all, I pay my humble obeisances unto the lotus feet of my Paramaradha Gurupad Padma, Om Vishnupad, Paramahansa Swami, Astotara Sata, Sistimat Bhaktivedanta, Srila Ramana Goswami Maharaj, and Om Vishnupad, Paramahansa Swami, Sistimat Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. My spiritual grandsire, Srila Bhaktivedanta, Keshava Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Swami, all Vaishnavas and Vaishnavi assembled here,
encourage to speak some Harikatha. Read by Supad, приношенные Ипопнупад Парамахамса с вами, Аштотта Рашата Шишима Бхактиданте вам Госвами Махараджа. Приношу свои бесчисленные полные чувства Дандавата Пранама к моим духовным предшественникам. Ом Вишну Пада Парамахамса с вами, что также приношу свои бесчисленные дандаваты пранамы к лотосным стопам всей нашей Гуру Варги, всем собравшимся в Вайшнаве, в главе с Пуджапаведанта Шанты Махараджи. This Antamaya was describing that baby Nimai became very restless. Doing this the same way, our Santamaya also became very restless for speaking Harikatha. Сегодня утром мы обсуждали о том, как маленький Нимай, он стал очень носит свою тетрадку, в которой он все записал. Постоянно его так и беспокоит, дам ему шанс. Кришна достал еще более беспокойно. Кришна идет. Потому что и его пред. Дандава Пранам, Пуджа, Дикса Гурупад Падма,
ओम विष्णुपदष्टुतस्तु श्रीमद्भक्तिवेदान्त भगवान गोस्वामी महाराज एंड माय सन्नास गुरुपाद पद्म ओम विभक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी आई ऑफर माय दंडवत प्रणाम परम पूज्य भक्तिवेदान्त निकम महाराज परम पूज्य एवं श्री केशव गोस्वामी महाराज सरस्वती प्रभुपाद ऑल ग्लोरी And then I convey my dandavat pranam my elder brother Ujjwal Bhaktivedanta Madhav Maharaj, all but brother and sister of Vaishnava and Vaishnava. Также приношу свои дандаваты пранамы стопам моего старшего брата Бхактивиданта Махараджа, также всем преданным вайшнавам. Бхактивиданта Мадхава Махараджа. Махапрабху. Махапрабху's very sweet pastime. Игры Шри Чайтанья Махапрабху, они очень сладостные. We know Чайтанья Махапрабху and Krishna are different, but difficult to us. But Махапрабху's Pastime is not different. Мы знаем, что между самим Махапрабху и самим Кришной нет различий. И Криши и Кришна, они очень сладостные, но они тяжелы для нашего. И Криши Мана Махапрабху, они также сладостные, но очень легки для вас. Это most incarnation. Читание Махапрабху милостливой аватары Господа, инкарнации Господа. But in this Kali Yuga, especially Chaitanya Mahaprabhu, he teaches us how to do sankirtan. В эту Кали Йогу даровал особое учение санкиртану. Just like this. Подобно тому, как мы возводим руки. And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. When one A baby want to sit it. That time the baby just like baby do that just like this. My father, please. Он хотел сесть на колени к своим детям. Они обычно, когда просятся, они разводят свои руки подобным образом. We are all baby of Guru and... А мы все являемся детьми и малышами нашего Гуру и Шри Чайтаньи Махапрабху. And one other meaning, when we are crying, we have crying, that time also police searching you,
where it's crying. That time you surrender to police punishment. И еще второе значение этого, когда мы плачем, сокрушаемся, хочет нас наказать, то мы поднимаем свои руки и предаемся как бы полностью, чтобы не было. That is called unconditional surrender. Предание. When we are lifting two hands up, the time that is called unconditional surrender. Когда мы поднимаем свои руки наверх подобным образом, это называется безусловное предание. So when we are serving Guru and Vaishnava and Krishna, no, we want, don't want anything, only seva. Only satisfied to them, not for us. И когда мы совершаем служение Шри Гуру и Вайшнаву, мы совершаем лишь только с одной целью, чтобы удовлетворить их, не удовлетворяя самих себя. Understand? Понимаете? In the scripture Chaitanya Chaitanya. Атме даре вале кам, Кришнам же прtivanca даре. It is very very important. You remember? И в читании Чайтамрити описывается это очень очень важная шлока, которую мы должны помнить, памятовать. When we are doing also only for myself, the how to satisfy myself, not for Guru Vaishnava. That is called kam means lust, happiness, not love. И когда мы совершаем какое-то действие ради блага самих себя, наслаждение, к примеру, то вот именно вот это слово здесь кама означает, что мы все теряем. Guru and Vaishnava Bhagavan. For that is called service, seva. А когда мы что-то делаем для удовлетворения Шри Гуру Вайшнава, это называется служение сева. It is the difference between calm and seva. It is the difference between lust and love. Это различие между камой удовлетворением, то есть между вожделением, а и любовью. We are every day eating, sleeping, dancing. И, к примеру, чтобы кушаем, едим, чтобы играем и тому подобное. Это называется игра драма. When we are doing serving Guru Vaishnava Bhagavan, that is called Guru Vaishnava Bhagavan, they are doing eating, sleeping, and they are moving. That is called Lila pastime. В особенности, когда сами Вайшнавы, Гурудев совершают какие-то действия, это называется лила. When we are doing on the onset, that is for time pass. А когда мы делаем что-то для себя, это называется time pass, то есть время провождения. He was senseless at the time. Parents get water, his mom. И когда Вишамбара был обеспокоен чем-то,
то его родители, они принесли ему воды и дали ему воды. We hear he described a very nice divine dream. Будьте осторожны, мы здесь описываем очень прекрасный божественный сон. Vishwarup already takes sannyas dharma, and he, Vishwambhar, saw a divine dream that Vishwarup, he ordered the Vishwambhar, you take very quick, take sannyas. Его старший брат Вишварупа, он принял отреченный уклад жизни саньяса дхарму, и во сне он явился к Вишвамбаре и дал ему наказ, чтобы тот быстро, не раздумывая, принял тот же самый уклад саньяса дхарму, отречения. Вишвамбар answered his elder brother, "O brother, how to take sannyas? I am a boy. I don't know. Sannyas is very high stage. I cannot take." И тогда Вишвамбара спросил своего старшего брата: "О, брат, пожалуйста, скажи мне, как я могу получить эту саньясу? Я всего лишь маленький мальчик и не достиг такой высокой ступени." "Yet I will take sannyas dharma. My parents, they becomes orphan." Если я приму саньяса дхарму, то тогда мои родители, они расстроятся. "I shall be a grihastha, household. Vishwambhar shall be a grihastha." И Вишвамбара сказал, что я собираюсь быть грихасхой, то есть домохозяином. И я буду служить своим родителям. For that, Lakshmi and Narayan will be satisfied. И благодаря этим действиям Лакшми и Нарайна, они будут удовлетворены. And hearing this katha, Vishwambhar sent my house. Vishwarup did dandavat pranams and crores to his mother Sakshi. И слушая эту катху, Вишвамбара послал Вишварупу в свой дом, чтобы успокоить его родителей. Vishwambhar is seeing it's a divine dream. А Вишвамбара, он видел свой божественный сон. After a long days, father Misra died. А через какое-то недолгое время его отец Мишра, он оставил тело. Mata Sati and Vishwambhar were broken. И тогда сердца Маты Шачи Деви и Вишвамбара, они были разбиты. Both are bitterly weak. И оба они сокрушались, очень горько плакали. And they are never consoled. И они consoled means satisfied. И они утешали себя друг друга. "I am grihastha brahmachari. I am grihastha householder brahmachari." Vishwambhar is telling, "I am householder brahmachari." Вишвамбара говорил, что я грихастха брахмачари, то есть домохозяин брахмачари. Сати Мата order Vishwambhar, you marry any. И тогда Сати Мата Деви, она указала Вишвамбару, что тебе следует жениться. He Sati ordered Nimai to marry Vishwambhar, married Lakshmi.
by the help of Varma. И Шачи Мата, она приказала Вишвамбару, внимая, чтобы он женился на Лакшми с помощью Ванамали. Лакшми Нараян ки джай. Лакшми Нараяна ки джай. Лакшми Нимай ки джай. Лакшми Прия ки джай. Дживалджуди Саркар ки джай. Джай джай Шри Радхе. Ванча Калпатар Бхасча. Sripad Santa Maharaj did very nice Harikatha or not? Very nice. Nice? Nice. Yes. Okay. So no need to see Harikatha Kromi, he told already everything. Если он рассказал такую прекрасную харикатху, тогда мне ничего не нужно говорить. So let's speak in harikatha, he spoke everything. Так что мне рассказать что-то или... Yes, of course. Саша not speaking anything. А Саша ничего не говорил. If Саша want, I can give him spiritual name. You want some? Саша, если хотите, я могу вам дать духовное имя. Хотите? Окей. Джай Радха Рамана Хари. Рамана Хари. Джай Радха Рамана Хари. Джай Радха Рамана Хари. Hari Bol, 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 Hari Bol. Hare 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 H
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Nitya Ratna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Good night. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol. Hare Bol, Hare Bol. Hare Bol, Hare Bol. Hare Hare, Hare Bol. Санта Мария и Саша, both start from S. Оба хорошие, и Саша, и Шанта начинают. Yeah, good, both are good rhythm players. Very good. Очень спасибо. Хорошо играете, спасибо. Sri Gurave, Sri Gaura Chandraya, Sapari Kari Yugal Kishoraya Cha. Брджадхамая Пурусаттам Читая Радхаванайя Ча Намо Намаха. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Day before yesterday, we are discussing divine pastime of our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Позавчера мы обсуждали с вами божественные игры нашего возлюбленного Шрилы Гурудева,
Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Our beloved Param Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, he wrote so many letters to our Gurudev from America. Наш возлюбленный Парам Гурудев, Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он написал так много писем из Америки. When Srila Swami Maharaj returned from America first time, no one is there to congratulate him in the airport. Only our beloved Gurudev, only one, Tolka Gurudev was there. Когда он завершил свои игры в Америке и вернулся назад в Индию, Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, никого не было там, чтобы встретить и поздравить его, и был только наш возлюбленный Шрила Гурудев. In the beginning, Abhacharan Prabhu means Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj has no desire to take renounce order, but our Gurudev insisting again and again. В самом начале, когда Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж был Абхайчаран Прабху, у него не было желания принять отречение, отреченный уклад жизни, саньясу. И наш возлюбленный Шрила Гурудев, он вновь и вновь упрашивал его сделать это. Шрила Абхайчаран Прабху was selling self-made medicine in Mathura. Seeing him Gurudev by force brought him Keshavji Gauriyamar and keep him in mort. И Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он продавал в то время свою собственную медицину, которую делал сам в Матхуре, и встретив его, наш возлюбленный Гурудев привел его силой в Кешаваджи Гаудиамат. Шрила Гурудев and Шрила Абхайчаран Прабху, there is a very good intimacy between them from beginning of 1947. И с самого начала, с 1947 года, между ними зародились самые близкие и дружественные отношения. So Gurudev has some right, or probably must have to do, because he loves Gurudev like his own son. И Гурудев, он утверждал, что о Прабху, ты должен принять это, потому что наш Гурудев любит тебя как собственного сына. So Gurudev told him, O Prabhu, your Gurudev Prabhupada Saraswati Thakur order you to preach in English language in Western country. So must you have to take sannyas and preach in Western country. И Гурудев продолжал, О Прабху, твой Гурудев Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупад, он дал тебе наставление, чтобы ты проповедовал в западных странах на английском языке, поэтому тебе следует принять саньясу. So every day Gurudev is preaching. In the meantime, our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, came to Mathura Vrindavan on the day of Vishwarup Mahotsav, means what full moon past now, that very day, Param Gurudev gave him renounce order. В то время Парам Гурудев проповедовал, и наш Шрила Гурудев также. И наш Парам Гурудев, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, он вернулся в Матхурский Матх с проповеди в день Вишварупа Матхотсавы на полную луну. И тогда он дал саньяс, отреченный уклад жизни Шриле Бхактиданте Свами Прабхупаде. After some time sannyas, Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж start preaching in India. He went to Jhansi, but he not became successful. One city of India he went, but not became successful. После того, как Шрила Бхактиданта Свами Прабхупада принял саньяс, он поехал проповедовать по Индии, он ездил в Джаси и другие места, но у него не было большого успеха в проповеди. In the Jhansi local people cheat with him. So he came back and he had big duty of Chaitanya Mahaprabhu. And he donated to Keshavji Gauriyamar. И он, когда проповедовал Джаси, местные люди, они обманывали его, но оттуда он привез большое божество Чайтанья Махапрабху и пожертвовал его в Кешаваджи Гаудиамат. If still nowadays, in present days also, the duty of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Chaitanya Mahaprabhu getting service each and every single day from Keshavji Gauriyamar, Mathura.
И до сих пор в наши дни это божество, которое подарил Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, получает служение каждый день в Кешвиджи Гаудия Матхе. After some time, he went preaching to America. И через какое-то время он отправился проповедовать в Америку. He used to write Gurudev, O Narayan Maharaj, please send me Radha Krishna Ditti, Gaur Nityananda Ditti, Mridanga, Karatal, specially Peda means one type of sweet from Mathura. He found of that sweet. И он писал нашему Гурудеву: «О, Нарайна Махарадж, пожалуйста, отправь мне в Америку божества Рады и Кришны, божества Гаур Нитьянанды, Мриданги, Караталы и в особенности сладости Перу». Sometimes he asking send me 5 kilos Peda, sometimes 2 kilos, whatever he wrote or order Gurudev to send him. И иногда я закупал 5 килограммов Перу, иногда 2 килограмма, все, что с вами джип. Писал Гурудеву, и Гурудев наказывал меня, я это делал. How he used to preach, how his preaching going on, used to write letter Gurudev almost every week. So about 450 letters, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj wrote to Gurudev from America. И почти каждую неделю Шрила Свами Прабхупада писал нашему Гурудеву, как его проповедь проходит в Америке. И в итоге у нашего Гурудева скопилось около 450 писем от него. And he used to request Gurudev, oh, Narayan Maharaj, you can come with me to America and we can preach together. И он просил нашего Гурудева: «О, Шрила Нарайана Махарадж, пожалуйста, приезжай со мной в Америку, ко мне в Америку, мы будем проповедовать вместе». Шрила Гурудев told, «О, Махарадж, now my Guru Maharaj is present in this planet. He responded me so many responsibility. When time will come in future, I must come to America and preach and fulfill your desire». И наш Гурудев отвечал: «О, дорогой Свами Махарадж, на сейчас, на наши дни, мой Гурудев присутствует здесь, и он наградил меня очень большой ответственностью и делами, поэтому я не могу приехать. Но в будущем я обязательно приеду в Америку и буду проповедовать, чтобы удовлетворить твое желание». We have come in this world, one day have to depart from this world. So Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj was preaching. Sri Chaitanya Mahaprabhu Radha Krishna told, oh, your time has been completed, come to us. So Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, he depart from this world 1977 in month of Kartik in Vrindavan. Вне всякого сомнения, тот, кто явился в этом мире, обязательно его оставит. И спустя какое-то время, пришло время, чтобы Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж завершил свои игры, и божественная чита Рада и Кришна, они позвали его обратно. И тогда Шрила Свами Прабхупада вошел в самадхи в 1977 году. According to Srila Swami Maharaj's desire, Srila Gurudev gave him samadhi by his own hand and to his Viraha Mahotsav separation festival. И согласно желанию Шрилы Свами Прабхупады, наш Шрила Гурудев, он уложил его в самадхи своими собственными руками и провел фестиваль Вираха Махотсавы, фестиваль разлуки по нему. All prominent ISKCON devotees, they knew Srila Narayan Maharaj had so many letters written by our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. И все старшие преданные из ISKCON-а, они знали, что нашего Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактиданта Нарайана Махарадж, имеет так много писем от нашего Шрилы Гурудева, Шрилы Прабхупады. They request, O Srila Narayana Maharaj, give those letters to us, we will write his biography, and after they refund all the letters to you. И они попросили: «О, Шрила Нарайана Махарадж, пожалуйста, дай нам несколько писем. Мы хотим описать биографию Шрилы Свами Прабхупады, и после того, как мы сделаем, мы вернем все письма вам». Srila Gurudev became very happy. Oh, my Shiksha Guru's biography will be written by them.
He gave all letter to them. И Шрила Гурудев, он так осчастливился. О, биография моего Шикша-гуру будет написана ими. И он отдал все свои письма, что имел. Some of those letters was written by English, some are Hindi, mainly it was Bengali. Некоторые письма были написаны на английском, некоторые на хинди, а некоторые на бенгали. When ISKCON devotee read that letter, they understood that if we publish these letters, then all ISKCON will go to Srila Narayan Maharaj because it glorify him so many ways. So they not print any letter in biography of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. И когда эти старшие преданные ИСКОН, они читали эти письма, они осознали, что все преданные, если начнут читать о славе Прабхупады, они все придут к нашему Шриле Гурудеву, Шриле Нарайане Махараджу. Поэтому они не опубликовали даже ни одного письма в его биографии. Late 90s, we are shooting out Gurudev's old closet and shooting out old paper. Then we found out about 18 or 19 letters. Was still remaining there. И в конце 90-х они уничтожили все письма, и как-то мы прибирались у Гурудева, и мы нашли где-то 8 или 9 писем. 18 или 19 писем. Then I took those letters and hand over to Gurudev. Gurudev became overjoyed. My dear boy, from where you found those letters? И я нашел эти письма и принес Гурудеву. Гурудев так обрадовался и сказал: «О, мой дорогой мальчик, откуда ты принес эти письма?» I told Gurudev, in this almirah with the old paper, he found this. И я сказал: «О, Гурудев, я нашел это среди ваших других бумаг». Then Gurudev told us that he gave ISKCON to 450 letters. Then we told the whole. И тогда Шрила Гурудев, он рассказал нам всю эту историю, как он отдал около 450 писем ИСКОНу. Then all Gurudev's Western disciples, they told we shall print out this letter. The meaning of this letter will print out. I told no, this is not a proper system. И тогда западные преданные Шрилы Гурудева, ученики, они сказали: «О, нам следует напечатать эти письма, чтобы они были доступны читателю». А я сказал, что это не совсем хорошая идея. I was Gurudev's personal assistant from beginning of Bhat life. So everybody from beginning still nowadays has so much respect for me. И с самого начала своей жизни практически я был ассистентом Шрилы Гурудева, и поэтому они имеют особое почтение ко мне. They ask me, what is the harm if we publish the meaning of these letters? What harm for you? И они сказали: так в чем же трудности, если мы опубликуем все эти письма? В чем вы видите трудности? Вред. I told there is no harm for me, but we only print the meaning of that letter. All will make doubt, oh, this is concussion of Srila Narayan Maharaj. И я сказал, что я не вижу никакого вреда к себе, но я вижу, что если мы сделаем так, то все будут говорить, что это лишь умозаключение Шрилы Нарайаны Махараджа. Then they told them, what is your suggestion about this matter? They asked to me. И тогда они сказали: так а какой же вы нам тогда совет дадите? Они спросили меня. Then I replied, we must give the meaning, first original letter, then meaning of that letter. Again one letter, again meaning. Then everybody will see this is the handwriting of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj and his own signature done by his own hand. И я сказал, что нам нужно опубликовать копию письма и значение этого письма, чтобы все видели, что письма нашего даду были написаны его собственной рукой. If we did so, his original letter and meaning, none can make any doubt, and this will be proper. И если мы сделаем таким образом, то тогда все будут видеть, что это его оригинальные истинные письма, и тогда не будет никаких сомнений. At that time, my Brahmachari name was Navin Krishna Brahmachari. Brother told, yes, Navin's idea is the best idea.
И в то время мое имя Брамачари было Навин Кришна Брамачари. И тогда Шрила Гурудев сказал: да, идея Навина Кришны самая лучшая. Then myself and one of my god brother combined, I translate from Bengali and Hindi to all letters and publish a booklet, Letters from America to India. И я и еще один брамачари, мы собственноручно перевели все письма с хинди из Бенгали и опубликовали в небольшую брошюру, которая называется «Письма из Америки». Still that booklet is available online. Anyone can download free of cost. И сейчас эта книга, она доступна онлайн, и вы можете загрузить ее бесплатно. When Gurudev went for preaching America first time, 1996, first Gurudev was in Holland, England, then to America. И когда Шрила Гурудев отправился проповедовать в западные страны, сначала он посетил Голландию, потом Англию, а потом отправился в Америку. While we were in New York, then with Gurudev we went to the Tom King Square Park, where Srila Gurudev and Sami Maharaj, sitting under tree, is to chant Panchatattva and Mahamantra. We went there. И когда мы приехали в Нью-Йорк, мы отправились в Томпкинс Сквер Парк под дерево, где сидел с вами Прабхупада и воспевал Панчататва мантру и Хари Кришна Махамантру. One disciple of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj named Jayaram Prabhu, he hosts Gurudev in New York. И один ученик Шрилы Свами Прабхупады Джайрам Прабху, он принимал Шрилу Гурудева у себя в Нью-Йорке. I was cooking. One group of people, six people came to take darshan of Srila Gurudev. Я в то время готовил, и тогда пришла группа из 5-6 преданных на даршан к Шриле Гурудеву. They knocked the door, I opened the door and told, Srila Narayan Maharaj is here, I told, yes, he's here. Они постучали в дверь и спросили, Шрила Нарайана Махарадж здесь? Я ответил, да, он здесь. They told we want to meet with Srila Narayan Maharaj. I told us, yes, very good, please have a seat. I'm calling Srila Gurudev. И они сказали, мы хотим встретиться со Шрилой Нарайаной Махараджем. Я сказал, очень хорошо, пожалуйста, проходите и садитесь, я его позову. I told Gurudev, one group of people has come for your darshan. Gurudev will give them seat. I told, I have given seat already. Told, yes, I'm coming just now. И я сказал Гурудеву, о, Гурудев, группа преданных пришла, чтобы получить ваш даршан. А Гурудев сказал, пусть они присядут. Я сказал, я уже сказал им это. Он сказал, хорошо, тогда я приду сейчас. According to Vedic tradition, if some guest will come in India, they will give them seat, ask them for water. So I asked, want to drink some water, please? They said, no, we have to wait. Согласно ведической традиции, особенно в Индии, когда гость, который приходит к нам в дом, мы должны обязательно усадить его и спросить, не хочет ли он воды. И я спросил их, хотят ли они выпить какой-то воды. Они сказали, нет, спасибо, мы пришли лишь только на даршан со Шрилой Нарайаной Махараджем. Nowadays, India has so much popularity all over the world. At that time, the American or other country thought India is the country of hosts, nothing else. В наши дни Индия, она сейчас является такой популярной страной, все знают о ней, но в те времена Индия не была такой известной, все думали, что это страна... Country of phantom or host. То есть безработных. Some ghost charmer or snake charmers live there. So they asked Gurudev, why you came to America? И они спросили Гурудева, о, Гурудев, почему вы приехали в Америку? Gurudev politely replied, I came from America to preach in America of Vedic philosophy of India. И Гурудев ответил, я приехал в Америку, чтобы проповедовать ведическую философию Индии. One of them told, what do you preach? Coming from India, other thought India live under poverty line.
И кто-то из них сказал: зачем вы приехали проповедовать о Индии, потому что Индия живет за чертой бедности. What do you give? Why you came? Что вы можете дать, для чего вы приехали? И Гурудев ответил: да, с одной стороны вы правы, но с другой стороны у меня есть кое-какие условности. Гурудев told you are telling Indians live under poverty line, that means they're very, very poor, but I have not come from poor India, I came from very, very wealthy India. Шрила Гурудев сказал: вы говорите, что Индия живет за чертой бедности, но я приехал на самом деле не из бедной Индии, я приехал из очень богатой Индии. When Gurudev told, I came from prosperous India, wealthy India, one of the bosom more. Are there two Indias? Yes, there are two Indias. И когда Гурудев сказал так, кто-то удивился: боже мой, что есть две Индии? Гурудев сказал: да, есть. Gurudev told, it may be possible. The Prime Minister or President of my country may come and taking his cloth, he may beg something from you, give me wheat, give me this, that. I not came to beg anything from you all. И даже если сам президент Индии возьмет вот таким же образом чадар и будет просить о милостыне, я никогда не сделаю этого. Gurudev told, from my birth I never know how to beg, I know how to donate only. И Гурудев продолжал, что с самого своего рождения я не знал, как побираться, я лишь только жертвовал. They told, what you donate to America? America is the richest country in the world. Its technology is topmost of the whole world. What we give to America? И тогда они сказали: о, а что же вы можете тогда дать-то Америке? Америка такая развитая страна, у нас такие высокие технологии. Что вы можете дать? Gurudev told, listen, if there is a pond, you know pond? Yeah. And if you throw a stone, what will be the result? We ask them. И Гурудев сказал: послушайте, и вот есть одно озеро, и на нем три камня. One of them replied, if we throw a stone on the water, some ripple will come and it will stop. И кто-то из них ответил: если мы запустим камушек по воде, он образует круги, а потом это исчезнет. Gurudev, нет, нет, ripple will not be stopped. А Гурудев сказал: нет, нет, круги не остановятся. They became surprised. How it is possible, will not stop? Они, I'm sorry. Они удивились: как же это возможно, что это не, они не остановятся? Gurudev replied, it may possible. By these eyes you could not see, but if you see through microscope, you will see. The ripple gradually becomes smaller and smaller and smaller, unless until the ripple will not touch the each and every corner of the pond, ripple will not subside. И Гурудев сказал: это возможно, мы не можем увидеть это своими глазами, но если мы посмотрим в микроскоп, то мы увидим, как эти круги расходятся и маленькими чертами доходят до каждого берега пруда. One of them became impatient. What is the significance about this that you preach in America? What do you give this by this example? И тогда один из них очень вдохновился и потерял терпение и сказал: так какая же как же это относится к тому, что вы приехали проповедовать в Америку? Gurudev smilingly replied, gentlemen, don't be restless. Wait a little. Let me finish first. И Гурудев, улыбаясь, сказал: джентльмен, будьте терпеливы, дайте, позвольте мне закончить сначала. Гурудев told, listen, what